на канале Евгении Таро. И это видео предназначено для исполнения ваших желаний. Если вы хотите, чтобы ваша мечта или ваше желание, ваша надежда исполнилась, вам нужно будет сделать несколько простых элементарных действий с этим видео. А именно, подумайте хорошенечко, чего вы хотите. Что вы хотите попросить у высших сил, у своих ангелов-хранителей, у Всевышнего? Что вам сейчас нужно больше всего на свете? Может быть, вам нужна защита и благословение. Может быть, вам нужна удача в любви и взаимность. А это верность, это романтика, это какие-то красивые чувства. Может быть, вам нужны деньги, богатство, материальное благополучие. Или, может быть, вам нужна просто удача и чуточку везения. Вы хотите, чтобы Всевышний послал вам какие-нибудь шансы и возможности. А может быть, вы хотите власти. Может быть, вы хотите занять какую-то позицию в жизни, добиться успеха и иметь высокое положение в обществе. Или, может быть, вы хотите славы и известности. А может быть, вам просто нужны какие-то идеи для решения тех проблем, которые возникли в вашей жизни. И вам просто нужно, чтобы ваша интуиция подсказала вам правильный выход. Ну что ж, подумайте хорошенечко о том, что вам сейчас необходимо от Всевышнего, чего вы хотите попросить от высших сил. И сейчас мы будем обращаться с такой просьбой к вашим ангелам-хранителям. Итак, для начала вам нужно прикоснуться к экрану в том месте, где лежит карта ангелы. То есть вам это место нужно потереть пальчиком. И мысленно призвать ваших ангелов-хранителей, чтобы они прислушались к вашей просьбе. То есть ваше прикосновение пальчиком к карте ангелы будет обозначать как телефонный звонок вашему ангелу-хранителю и вашу просьбу принять этот звонок и обратить на вас внимание, прислушаться к вашей просьбе. Но никто не будет исполнять ваши желания просто так, потому что вы хороший человек. Вам нужно сделать подношение ангелам-хранителям. Ну, то есть, другими словами, нужно их задобрить. А как это сделать? Ангелы очень любят цветы, фрукты, угощения и всевозможные подарки. И поэтому я для вас приготовила карту с названием «Букет цветов». После того, как вы нажмете пальчиком карту ангелы, обязательно нажмите, то есть активируйте карту «Букет цветов». Сделайте подношение, сделайте подарок. И после этого выберите ту карту из нижнего ряда, которая соответствует вашему желанию. Если вам нужна защита, то есть вам нужно покровительство Всевышнего, тогда нажмите карту «Талисман». Если вам нужна удача в любви, если вы ищете взаимности или верности от своего партнера, хотите больше романтики, нажмите карту «Голубь». Если вам нужны деньги, если вы хотите богатства, успеха, или просто вам нужна какая-то сумма денег для важного приобретения, нажмите карту «Рог изобилия». Если вам нужна удача, везение, если вы хотите получать больше шансов и возможностей в жизни, нажмите карту «Четырехлистный клевер». Если вы хотите добиться успеха, статусности, влияния и власти, если вы хотите занять какую-то важную должность, реализоваться в профессии, нажмите карту «Золотая корона». Если вам нужен успех в виде славы и известности, если вы хотите быть популярным человеком, нажмите карту «Лавровая ветвь». Ну и, наконец, если вам нужно решение ваших проблем, если вы ищете какие-то интересные идеи или инновации, вы хотите открыть какой-то новый проект, начать какое-то новое дело, и вам нужна поддержка высших сил в этом вопросе, нажмите карту «Ключ». И да будет так. Для закрепления этого ритуала в конце не забудьте поставить лайк и напишите свою просьбу в комментариях.
Ваша просьба должна выглядеть следующим образом. Ангелы-хранители, высшие силы, Всевышний, примите от меня мой скромный подарок в виде букета цветов и дайте мне защиту и покровительство, или любовь, или рог изобилия, или, может быть, то, что вы из остального списка выбрали. Вы можете загадать и несколько желаний одновременно. Можете загадать сразу все. Но учитывайте то, что каждому воздастся по вере его. То есть, чем сильнее вы будете верить в исполнение вашего желания, чем сильнее вы будете доверять вашим ангелам-хранителям и высшим силам, чем щедрее вы будете отдавать вот этот вот букет цветов и подношения, тем выше ваши шансы на исполнение вашего желания. И когда ваше желание сбудется, не забудьте вернуться в это видео и в комментариях поблагодарить вашего ангела-хранителя. Смотрите это видео каждый раз, когда вам нужна помощь от высших сил. Считайте, что это такой прямой эфир или прямой звонок вашему ангелу-хранителю, Всевышнему и высшим силам вообще. Делитесь этим видео обязательно со своими близкими, родными, теми, кому вы хотите помочь. Также рассказывайте об этом видео своим друзьям и знакомым. И пусть все люди в этом мире будут счастливы.